Всем, кто сейчас смотрит это видео, привет! Вы попали на мой канал, и сейчас вы смотрите мое новое видео, и это наша любимая долгожданная распаковка бумажных сюрпризов. Ну и по нашей традиции я подготовила для вас новиночку. Сейчас я вам все покажу и расскажу. Эта идейка мне попалась в Pinterest. Это у нас необычный макияж. Есть и такой, и даже такой. Этот прям самый необычный. Это я. Это еще я. Это мои стикеры iPhone. Вот такие два я взяла. Также вот такой с колечком, мейкап. И вот такая бабочка. И в этой коллекции нам будут попадаться такие же крутые, необычные, приколдесные макияжи. Так что смотрите это видео до конца. Ну а со всеми коллекшн вы уже знакомы, так что переходим выбирать с каждой коллекции по одному пакетику. Наша коллекция с прошлого видео — это дизайн карты. Давайте выберем. Я хочу со Стичем. Дальше эта коллекция вам очень полюбилась, так же как и мне. Я абсолютно не знаю, что выбирать отсюда. Давайте выберем iPhone. Вот, это 11-й. Дальше уточка Lava Fun Fun. Вы меня просили выбрать вот этот пакетик с этой уточкой. Выбираем. Дальше коллекции ноготочки. Давайте возьмем с Далматинцем. Это у нас очень большие пакетики. Это коллекция балаклавы. Давайте выберем. Не знаю. Давайте выберем с пистолета. Также у нас коллекция Гарри Поттер. Я очень хочу выбрать с Беллатрикс. Вот. Мы закончим сегодня коллекцию под названием «Игра в кальмара». Наконец-то. Дальше это у нас коллекция арты. Я очень хочу выбрать пакетик с Билли Айлиш. И наша новиночка. Очень крутые пакетики получились, яркие. Давайте вот эти отставим, а выберем что-то вот отсюда. Я хочу, очень хочу с вот этим макияжем, таким более хэллоуинским. Здесь такие паутинки. Итак, игра в кальмара. Открываем. Нам попалась вот такая локация, где они из этих мешочков берут шарики и кидают, кто дальше. Или кто ближе. По-моему, кто дальше. И также давайте отклеим. А куда? Давайте, не знаю, вот эта страничка есть еще. Придется кого-то закрыть. Как-то не очень удобно все получилось. Давайте приклеим вот сюда. И на обратную сторону давайте. Вот. И все. Вот такая у нас первая страничка. Обратная. И также вторая. Ну и моя любимая коллекция Гарри Поттер. Наш очень яркий пакетик. И здесь у нас есть такая насечка. О, нам попался лорд Волан-де-Морт. Вау. Наконец-то он нам попался. И он у нас на очень крутую страничку. Сейчас вы все увидите. Вот. Эта страничка. Это номер 5. Его местечко с змеей. Кстати, ее зовут Нагайна. Да, по-моему. Вот. И она здесь еще. Приклеиваем его на свое местечко. Это ноготочки к Новому году. Уже скоро весна, а у меня еще до Нового года 19 дней. Я его открыла. Смотрим. О, первый ноготочек очень большой. Нам попался с вот такой елочной игрушкой. Кстати, очень крутой цвет. И второй — это вот в виде такой конфеты. Мне нравится. Ну, а кто не знает, большие ноготочки вот такие у нас на вот эту страничку, а вот такие, более маленькие, на обратную берем, переворачиваем, и вот эта страничка, вот сюда. Коллекция балаклавы, наш очень большой пакетик с такой насечкой, с ромашками.
очень... Надо много сил, чтобы открыть этот пакетик. Есть. Смотрим. Нам попалась балаклава. Это очень крутая балаклава. В виде вот такой коровы. Вот. С фиолетовыми рогами. Липа — это не корова. И она у нас под номером 5. Это вот эта страничка. Вот сюда. Ну и коллекция Утялала Фанфан. Вот такой у нас пакетик с удочкой. Открываем. Ой, так. Нам очень крутой наряд попался для нее. Так. Сейчас я вам все покажу. Это вот такая пижамка Victoria's Secret. Вот. С вот такой вот еще. Вот. Это очень мило. Сейчас мы примерим. Вот. Уже очень круто получается. И вот так у нас вышла. У нас просто ультра милая удочка. Вау. И этот наряд у нас под номером 2. Отклеиваем его. И вот сюда, рядышком с удочкой. И сажаем ее на место. А теперь нам нужно приклеить вот это. Нашу наклеечку. Давайте ее приклеим вот сюда все-таки. Вот. Немножко перекрыли, но ничего, вот так у нас получилось. Ну и наша коллекция дальше. Подарки к Новому году, но можно и не к Новому году, потому что эти подарки подходят и на другие праздники. Итак. Идеальная перфорация. Там что-то интересное попалось. О, это у нас Apple Watch с таким синим ремешком. Очень крутые. И они у нас на вторую страничку, наконец-то. Вторая страничка номер 2. Вот сюда. Ну и, конечно же, коллекция арты, наикрутейшая коллекция, я считаю. Такая насечка. Так. Нам попалась вот такая девушка с такими разноцветными в розовых тонах волосами. Это очень круто. И она у нас под номером, получается, на прозрачную даже страничку, вот. И мы ее должны приклеить вот сюда, на прозрачную страничку. Наконец-то. Вот так вот. Коллекция идей дизайна карты. Здесь очень крутые прозрачные странички. Так, где-то у нас здесь насечка, вот она. И нам попалась вот такая карточка Сбербанк с лунтиком, очень круто. Она у нас под номером 4, это получается... А, это на вот эту прозрачную страничку, вот сюда. Очень круто, я очень старалась рисовать лунтика. Да и вообще я все очень стараюсь рисовать. И вот так вот у нас получилось. Если вам интересно, что на остальных, то не пропускайте мои видео. Ну и наша новиночка, даже вот так придется сделать. Вот такая у нас первая страничка в другом формате, уже не так, а вот так. С такими сердечками. И вторая страничка вот такая, в такую вот клеточку. Мне очень понравилось, как я украсила. Ну и теперь давайте посмотрим, какой макияж. Открываем.
И вот такой вот макияж нам попался с такими сердечками или вишенками. Вот, очень крутой. И он у нас под номером получается 7. И мы его приклеим вот сюда. Отклеиваем и приклеиваем на свое место. И вот так у нас получилось. Очень крутой макияж. Здесь будет еще очень много макияжа, поэтому не пропустите мои следующие видео. Ну а с распаковочкой у нас уже все. Но сейчас я отвечу на все ваши вопросы, которые вы задавали мне в сообществе. Так что не пропустите, если вы хотите узнать на них ответы. Ну а сейчас я отвечу на все ваши вопросы под вот этим постом, где я просила, чтобы вы задавали вопросы. Здесь их 55, надеюсь, я отвечу на них по-быстрому. Давайте с самого начала. Какую коллекцию будешь делать в следующем видео? Ну а это узнаете вы в следующем видео, потому что коллекции я не разглашаю. Сериал или фильм? Я отношусь ко всему нейтрально, поэтому и сериал, и фильм. Шорты или юбка? Я тоже отношусь ко всему нейтрально, поэтому и то, и то. Есть парень? Нету. Тебя лайкал блогер? Мои видео не лайкал блогер, но лайкал мой комментарий. Это мир бумажек. Кто ты по знаку зодиака? По знаку зодиака я близнецы, потому что родилась в начале июня. Смотришь ли ты Ксению Куприкову? Я не знаю, кто это, но посмотрю. Вот, а сейчас не смотрю. Куда хочешь съездить? Наверное, в Америку или в Париж. Во Францию было бы очень круто. Каталась на роликах? Да, я каталась на роликах, все детство провела на них. Прогуливала уроки? Я прогуливала физкультуру. А так один раз я прогуляла физику, по-моему. Какая песня нравится тебе? Мне нравятся разные песни, их очень у меня много. Поэтому не могу сказать, какая прям самая любимая. Ругаешься матом? Нет. Получала плохую оценку? Да, я получала, тоже двойку. А где живешь? Живу я в Краснодарском крае. Город Краснодар — это 2 часа от моря. Совсем недолго. Читала чужие переписки? Нет. И вам не советую. Какая мечта? Ну, если это моя мечта, то я не буду ее разглашать, чтобы она сбылась. Тебе нравится твое имя? Да, мне нравится мое имя. Оно очень у меня, по-моему, красивое, Вероника. Означает, что несет победу. Вот. А как такие фото выкладывать? Это сообщество открывается на 1000 подписчиков, но разработчики мне решили его открыть на 500. Не знаю, почему так, но я радуюсь. Коллекционирую что-нибудь. Я раньше коллекционировала коробочки от Pringles. Вот. Это прям мое любимое было занятие. А сейчас нет. Сейчас вроде ничего не коллекционирую, кроме бумажных сюрпризов. Чего ты боишься? Я боюсь потерять своих подписчиков. А так я боюсь пауков. Очень сильно боюсь пауков. Только никому. Кто ты по национальности? По национальности я чисто русская. Да, Россия. Где чаще берешь идеи? Я не буду скрывать, что беру идеи из Pinterest. Вот, также там берет свои идеи Киммер бумажек. И бывает такое, что у нас соответствуют коллекции. Да. Любишь аниме? К аниме я отношусь нейтрально. Я раньше смотрела Наруто. Также «Ходячий замок», «Унесённые призраками», «Ведьмин цветок» и разные другие, но я его не особо люблю. Какое любимое блюдо? Любимого блюда у меня нету, но я считаю, что все, что готовит моя мама, это самое лучшее. Любимый смайл. Я люблю смайлы очень разные, это сердечки, еще люблю булыжник, мой стоун, прям его использую, бывает. И так всякие огоньки, еще мой любимый смайл это сердце, которое горит, это прям круто. Много ли бумаги уходит на бумажные сюрпризы? Честно, я скажу, очень много, если считать с 2020 года, то очень много, даже не хочется считать это по сумме. Кого из бумажных блогеров смотришь? Я смотрела «Мир бумажек», ну и сейчас ее смотрю, но редко. Также я смотрела «Бумажный мир», но сейчас я ее не смотрю. Нелли Гомес смотрела, и сейчас ее не смотрю. А так еще смотрела «Пройти Кэти». Какие твои любимые фильмы или сериалы?
Это не секрет, что я очень люблю серию фильмов Гарри Поттера. Это прям фау. Я очень часто смотрела эти серии, просто пересматривала и продолжаю их пересматривать и не устаю. Какая модель твоего телефона? Сейчас у меня iPhone 7 Plus, но дальше я планирую его менять. Любимый вид спорта? Это фигурное катание, наверное. Хоть я и не занимаюсь спортом, но мне очень нравится, это очень изящно. С кем из знаменитостей хотела бы сфотографироваться? Наверное, это Билли Айлиш. Вот, потому что я ее слушаю, бывает, и это очень круто, певица, я считаю. А так, может быть, с актерами, которые снимались в Гарри Поттере, да, Том Фелтон, Эмма Уотсон и так далее. Твои любимые духи. Ну, у меня есть очень много пробников и нараспив духи Dior, вот, и я обожаю Joy Dior. Это женские духи, очень классно пахнут. Какие твои любимые конфеты? Это Ferrero Rocher и Raffaello. Мне очень нравится. Какой твой любимый эмоджи? Ну, пусть это будет сердце, которое горит. Какой любимый предмет в школе? Английский. Я люблю английский. Будут ли проходить конкурсы в ближайшие дни на 1К и так далее? Да, на 1К будет конкурс, пока что не знаю какой, наверное, будет на пиар, а так еще посмотрим. Что может рассмешить тебя? Какая-нибудь шутка или какой-то случай? Еще мы с друзьями придумываем шутки, которые понимаем только мы. Какая твоя любимая фирма из канцелярии, например, Stabilo? Я пользуюсь канцелярией Berlingo, эта фирма очень качественная, мне нравится очень. А так я покупаю еще канцелярию из Леонардо. Из-за чего можешь обидеться? Ну, наверное, если меня будут обижать, то я обижусь. Что тебе во мне нравится больше всего? Ну, то, что ты мой подписчик, это прям one love. А то, что ты комментируешь мне очень много комментариев, это прям... Тоже one love, вот. Мне это нравится больше всего. Есть ли у тебя хобби, кроме рисования бумажных сюрпризов? Да, я обожаю плести из бисера разные изделия. И по секрету я уже буду открывать в Инстаграме магазин с изделиями. Так что очень скоро я вам скину ссылку. Дальше очень много вопросов. Хорошо учишься? Да, на 4,5. Есть парень? Нет. Была на море? Конечно, я была очень много раз на море, так как живу около него практически. Любимый мультфильм? Очень много разных мультфильмов я люблю. Наверное, это Моана, Холодное сердце, Храброе сердце и так далее. Просто очень много Лука. Я такие фильмы очень люблю. Любимый актер? Я не знаю, какой мой любимый актер, потому что я ко всем отношусь как-то одинаково. Кто лучше, собаки или кошки? И то, обожаю. Сделаешь со мной совместную коллекцию, это еще посмотрим, потому что у меня есть блокнотик, куда я записываю идеи своих коллекций и их выполняю поочередно. Кого бы хотела, мальчик или девочек? Мне сейчас 14, скоро 15, поэтому я не знаю, что будет дальше, поэтому я не знаю. Твое самое заветное желание? Ну, если оно заветное, то я его не буду говорить. Чтобы оно сбылось. Где живешь? Краснодар. Я думаю, на этом хватит вопросов. Спасибо тебе, надеюсь, ответишь. Что тебя больше всего раздражает в твоих видео? То, что они получаются очень длинные, и это не избежать. Какие маркеры используешь при рисовании коллекции? Я использую маркеры, те, которые я покупаю на AliExpress. Также я покупаю Леонардо. На AliExpress я покупаю Touch маркеры. Вот. Я считаю их самыми крутыми и стандартными. Сколько уроков бывает у тебя обычно? Ну, в основном это 7 уроков, и поэтому я не успеваю делать для вас коллекции. Где монтируешь видео? В iMovie, так как при покупке телефона это приложение было встроено. После какого класса планируешь уйти? После 9 или 11? Уйду после 11. Болят ли руки после рисования коллекции? Да, очень бывает болят, еще от школы и от того, что рисую, бывает очень даже нехорошо, но все ради вас.
Если бы у тебя на руках сейчас было 5000 рублей, на что бы ты их потратила? Я бы, наверное, их отложила и собирала бы. Какое твое любимое сочетание цветов? Я очень люблю темно-зеленый и бежевый, также мятные, разные пастельные оттенки. В общем-то, очень много цветов. Лавандовый. Каких блогеров ППС смотришь? Мир бумажек бывало. Бумажный мир смотрела, Нелли Гомес смотрела и также про Тикати смотрела. А так еще бывает, я смотрю видео своих подписчиков. Первое впечатление обо мне, когда я подписалась и комментировала твои видео. На всех подписчиков у меня одинаковое впечатление, потому что это мои подписчики, это мои родные люди. Вот, поэтому впечатление, естественно, отличное, хорошее. Сделай коллекцию магазин косметики, тебе будут попадаться деньги, и ты будешь покупать косметику. У меня что-то наподобие было, только бокс косметики. Мы собирали целый бокс. Посмотрите в моих видео. Какого размера пакетики? Ну, размер пакетиков у меня зависит от того, какие я сделала наклейки. Вот. Если наклейка большая, то и, соответственно, пакетик будет большой. И дальше есть еще вопросики здесь, под видео дизайн карты. Устала ли ты делать бумажные коллекции? Да, бывало, уставала, и очень даже сильно, то, что не могла придумать идею и хотела даже бросить. Планируешь ли ты продолжать продвигать свой контент? Конечно, я планирую и дальше делать для вас бумажные сюрпризы. Что ты сделаешь с аккаунтом, если ты перестанешь его вести? Наверное, я его не брошу, а буду на этот же аккаунт, канал, снимать другой контент, более интересный, что-нибудь буду придумывать. На кого планируешь поступать? Сейчас я выбираю модельное агентство, чтобы стать моделью. И сейчас я изучаю английский более углубленно от школы и буду поступать в этой области. Есть ли бунт в школе из бумажных коллекций? Нет, нету пока что, потому что знаю только 3 человека о том, что я снимаю. Это 2 мои подруги и друг. Есть ли аккаунт с эстетикой в ТикТоке? Пока что нет. Есть аккаунт только такой, где я снимаю именно себя. Но планирую, пока что только планирую делать аккаунт с бумажными сюрпризами. А какой у тебя пергамент? Просто какой я не покупала, все очень плохо отклеивается. Раньше я покупала пергамент в специальных магазинах для кондитеров, просто, да, дорогой. А сейчас я покупаю в фикс-прайсе. Вот, в фикс-прайсе самый обычный белый пергамент, и он очень крутой. Ну а теперь всем пока, подписывайтесь на мой канал, нас уже 629 подписчиков, это очень круто, давайте добьем 1000 подписчиков, и тогда я покажу свое лицо, да, я выставлю в сообщество фотографию свою, будет очень круто. Ну а теперь всем пока-пока, ждите моих видео.